совместная распродажа игромании и G2A.com. Не пропусти Need for Speed, Mad Max, Star Wars Battlefront, Call of Duty Advanced Warfare и многое другое по самым низким ценам. Заходи и покупай. Всем привет, ребят, с вами Лего, и сегодня мы попробуем позаписывать такую войну клан против клана. Итак, цель атакующих — уничтожить дом, который находится вот здесь. Сейчас мы посмотрим, какая война. Мы будем сейчас смотреть в роли нападающих. Итак, первый чувак под ником Патриот заныкался в лесу, занял хорошую позицию и пытается кого-нибудь заснять. Далее, двое расходятся, каждый берет свою ветку, пытается сделать минус, но ничего не выходит. Защитники из клана Крю. Защитники из клана Крю, нападающие клан... Какой же клан-то, ё-моё. Просто без клана. Итак, Тали поджирается. Возможно, по нему могли попасть. Делают прострелы в деревья, но там никого нету. Итак, тем временем на фланге Патриот пытается сделать минус крыши, но у него ничего не выходит. Естественно, в доме валяется лут, который люди должны забрать. Как же они будут это делать, мы сейчас посмотрим. На крыше... Сейчас трое. Один пошел по дому куда-то вниз, а двое стоят дальше на крыше и продолжают вести огонь. Прицельный. Крю Магнум и Крю Зомби стоят вдвуху на крыше. Патриот пытается с болтовки сделать минус, но у него не выходит. Итак, Патриот меняет позицию. Нет, это не Патриот. Это Барон. Барон уходит обратно к скалам. И жмут их из клана Крю. Не дают ничего сделать. Один уже подбирается очень близко. Это САУ Таргет. Так, а где же Патриот? Патриот тоже что-то мутит. Итак, Таргет сможет ли сделать минус? Таргет на картах пытается занять ближнюю дистанцию. И сейчас будет первая подстройка. Смотрите, ребят, сейчас будет интересно. Сейчас начнется первая подстройка, первая лестница. Он дает инфу своей команде, что поставил лестницу. Они все пытаются подойти и попробуют кого-нибудь минусануть или уже начать взрывать данный дом. Данный дом принадлежит только для ивента и снимается только Lego Play. Авторские права защищены. Итак, следующие лестницы уже стоят. Первый выстрел с ракеты. Где был первый выстрел сделан с ракеты? Итак, минус один. Пытаются слить земли. Вторая ракета пошла. Прям в окно. Минус второй, да, насколько я понял? Минусанули его, нет? Так, по луту чуть-чуть попали, но лут не снесли. Итак, стенка уже коцанная. Третий выстрел. Пытаются минусануть. Один пробрался уже в здание. Сейчас он будет делать выход на лестницу поверх, если он узнает. Да-да-да-да-да-да-да. Смотрите, ребят. Отвлекающий маневр. Один стреляет с базуки, другой... Уже двое пытаются залезть на лестницы. И сможет ли увидеть? Смотрите, они не дают друг другу инфу. Из базуки... Сейчас будет самое интересное. Из базуки стреляют. Стена уже практически покоцалась. И мы смотрим. Коцают чувака на дальней дистанции. Разлетается стена, разлетается лут. Итак... На расстоянии всех держат. И группа захвата. Что она будет делать? Она поднимается. И он рашует. Давай, Таргет. Минус один от Таргета. Таргет лег. Команда Крю успешно защитила крышу. Добивают Таргета. Добили Таргета. Неплохая попытка была забраться по лестницам на крышу. Но Крю хорошо подготовились. Хоть даже и не видели противника. Итак, что у нас по луту? Ящик стоит здесь. Практически правильно стреляли. Правильно стреляла команда атакующая. Здесь всего лишь нужна лестница. И вот он лут. Вот он главный лут. Так, смотрим. Смотрим дальше. Что у нас будет? Итак, покоцанный дом. Открытая дверь. Внизу ничего нету. Если чуть повыше забраться. И вот он лут. До которого нужно добраться.
Итак, далее стоят ворота. Венгро одевается, либо встал в АФК, либо просто пасет вход в нычку, чтобы никто не пробрался. И у нас здесь остался Брин из команды Пила. Если, ребят, вы хотите проверить свои силы, показать, насколько вы настоящий клан, прошу писать в личку мне, и я буду устраивать для вас клан Вары. И только так вы можете показать, кто из вас крут. Итак, второй заход. Таргет, Брин и Талиб скидывают ракеты, одеваются, что у них есть в ящиках. Но в ящиках лута уже становится все меньше и меньше. Заход номер два. Брайан тоже пытается что-то взять. И у нас сейчас будет опять минуса с крыши. Нет, Талиб не может минусануть, Таргет не может. Они просто уходят со скалы. Смотрим дальше. Итак, развалили какую-то вышку. Кстати, а кто тут? Тут тоже кто-то был? Или нет? Или это просто вышка? Так, здесь кто-то просто... Какой-то бомж прибежал на эту тему, как я понял. Хорошо. Тем временем Брайан подходит к левой стороне дома, точнее, к главному входу. И что он сможет сделать? Что он сможет сделать? Он топает, его шаги очень слышны. И это понимает Random Shot. Он стоит и ждет просто. Он ждет, когда сделает минус. Также, возможно, он может сказать своим соратникам, что здесь будут сейчас заходить. И просто делает отличный минус с ракетницы. Брайан, хорошая игра. Но не забывай, на крыше тебя могут минусануть, чувак. На, минус второй. Выстрел. Брайан решает вопрос. Тем временем его команда где-то бегает, непонятно где. Брайан уже зашел внутрь дома, но пока не может залезть на дом. Обходит его, чекает позиции, смотрит, все ли в порядке. Сейчас будет третий выстрел. Минус крыша. И тем самым Таргет пытался опять залезть по второму кругу, но не вышло. Магнум защитил крышу и благополучно бегает. Зомби отрезался дома, пытается залутать свой лут. А тем самым Random Shot тоже пытается залутать свой лут. И Брайан слышит об этом, что в доме что-то неладно. И выстрел! И скорее всего это опять минус. Это опять минус от Брайана. Брайан минус 3. Зомби одевается, лечится. Тем самым Брайан выкручивает для себя какое-то время в надежде, что его команда подойдет и поможет ему. Итак, он дальше продолжает успешно дробить дом на куски. Но он не знает, что лут находится в другой части дома. Его успешно прикрывают с дальних дистанций, с ихней базы. У этих ребят уже даже нету одежды. Таргет. Патриот лутает себя. Пытается выкружить время, пытается забрать шмот. Итак, поехали дальше. И еще пятый выстрел от Брайана. В крышу. Ихняя тактика просто развалить крышу противника. Итак, замес. Замес, Random Shot отлетел от Патриота. Патриот, отличный выстрел в голову на 19 метрах. И Магнум и Крю понимают, что у них в доме уже есть противники. И они начинают вести очень сильно ожесточенную битву. Итак, Патриот поднимает своего барина. Барин убегает. Патриот минусанули. Что будет делать Брайан? Спасать своего соратника или убегать? Он оставляет своего Патриота. И Магнум делает в челюсть минус 1, 12 метров со... АК-47. Напряженная битва на самом деле. Пока команды очень ровно идут, никто не может дойти до лута. Но есть некая неразбериха у Крю, потому что у них уже входная часть дома полностью уничтожена. И из противоположной команды талибанов тоже не знает, что делать. Насколько я понял, у них, возможно, не может, не хватает, наверное, лестниц. Итак, был сделан еще один выстрел. По дому бегает Брайан. Брайан жив, он просто отхиливается. Брайан, хорошая игра и очень умная. Потому что человек думает, когда надо, не спасает. Итак, в доме уже Талиб и Таргет. Люди это понимают, ныкаются в доме. Зомби закрылся в доме. Возможно, ищет лут, возможно, его нету. Random Shot пытается сделать минус сверху. Кто кого? И Random Shot упал, но его нужно добить.
Отличная игра от Брайана, опять минус в носок на 6 метрах от Assault Rifle. Итак, что же буду делать дальше, ребята? Есть таргет, есть Брайан, они сидят двое. На крыше у нас Магнум. Магнум стоит с АК. Он одет не полностью, имеется только броник. А зомби экипирован по полной и имеет полные жизни. 100 хп. Ну что, ребята? Ну что, ребята? Мощный замес. Итак, трое. Талиб, Брайан и таргет. А где же Патриот? Куда-то дели Патриота. Возможно, Патриот где-то за... Итак, сейчас будет замес. Выходит рандом шот. Его слышат, но он не понимает, откуда ведется бой. Возможно, сейчас будет подсадка от таргета. Возможно, и нет. Он лутается и ничего не подозревает. Ребята, вы можете сделать минус. Вы реально можете сделать минус. Хорошо, они пытаются сделать подсадку. Правильно, таргет. Ломает спальники, но тем временем идет ожесточенная война сверху. Талиб делает минус на зомби. Талиб делает минус на зомби. Рандом шот уже экипировался. И знает. Знает о том, что в доме есть неприятели. Он пытается всячески отстреливать, но он замурован. Он не может ничего сделать. Он пытается сделать минус. Пытается стрельнуть, простреливать. Пытается попасть. Но у него ничего не выходит. Тем самым с прострела он уходит в соседнюю комнату. И пытается мансовать в приседе и кого-нибудь минусануть. Талиб пытается лутануть. Итак. Венгро ходит по комнатам, ищет лут. У нас следующий замес. И Талиб минусует рандом шота. Рандом шот хотел зарашить, но у него ничего не вышло. Итак, тем самым, вот где был Патриот. Он опять хотел по-хитрому зайти на крышу, но у него не вышло. Третий раз провальная попытка залезть по лестницам на крышу. Это играет на руку клану Крю. Итак, Брайан сделал минус рандом-шот. Рандом-шот был голый. Ничего страшного. Смотрим, ребят. Магнум пытается минусануть. Неприятелей уже, которые добрались до третьего этажа. В скором времени они доберутся до лута. Они добрались до лута. Они скидывают патроны. Итак, зомби минусует таргета. На крыше вся команда Крю. Что они будут делать? Они зажаты у себя на крыше. Что делает Брайан? Брайан просто не умирает. Он попал по Венгро. Но Венгро зомби спасает, поднимает. Сейчас будет отжираться Венгро аптечками. И что мы видим дальше? Лут-зону Брайан уже просек. Идет ожесточенная война. Талиб пытается сделать минус на крыше. Зомби и Магнум пытаются сделать минус Талибу. И они попадают его, простреливают разными способами. Он закрыт, он заперт, он не может ничего делать. Пытаются попасть ему по ногам, но ничего не выходит. Попали по колену, по ногам. Талиб, что ты будешь делать? Ты должен сделать ласт-выход. Он просто уходит, мансует по комнате дальше. Крю не делает такой сладкий минус. Талиб молодец, вышел из ситуации. Нахилялся. И теперь дальше продолжает чекать лут команды Крю. Крю ничего не делают, просто стоят на крыше. Им сейчас очень сильно страшно, и они не могут ничего поделать. Брайан минусанул в очередной раз в хэд Магнума. Магнум просто отлетает. Сейчас ребята должны сломать спальники, чтобы другие... Вот, рандом шот заходит в спину! Рандом шот заходит в спину! И не знаю, увидит ли он их. Так интересно получается, что на третьем этаже вражеская команда, а жители... А жители этого дома находятся на крыше и на первых двух этажей. Итак, война за лут. Зомби делает минус Талибу. Патриот делает минус Магнуму. И что же здесь будет дальше? Итак, крыша чистая. А нет, нет, крыша не чистая. Патриот добрался до крыши, минусанул всех. И теперь он пытается минусануть Магнума. Минус. Минус Магнум в руку. Просто на 20 метрах. Итак, открывается дверь. Будет ли минус? Закрывается дверь. Все сейчас будут лечиться. По Патриоту, возможно, очень сильно попало, но я не вижу у него аптечек. Скорее всего, они у него кончились. Патриот пытается выжидать время, пока его соратники будут подходить. Тем самым уже подбегает к дому. У нас таргет пасет дом. Патриот зашел внутрь, нет. Зомби открыл дверь, чекает движуху. Движуха чистая. Будет ли выходить зомби? Зомби вышел. И
минусанули патриот, рандом шот минусанул его со второго или третьего этажа. Как же было хорошо, какой же был хороший выход от патриота. Он завоевал крышей, но упустил свое преимущество. Итак, тем самым мы продолжаем. Зомби, магнум. Идет ожесточенная война. Итак, венгры убивают Брайана. Так, здесь уже ребята венгра. У венгра есть камень, что ли? Таргет и Талиб попробуют вдвуху что-то сделать. Ракетницы кончились. Лестницы кончились. Скорее всего, я думаю, что победа будет за защитой. Так как патронов и так далее, вся провизия кончается. Итак, зомби делает минус Аргусу на Амиго, потому что они уже все голые, видите, а защита уже полностью одетая. Будет сейчас очень тяжело. Так, пытается забраться, но у него не получается. Их спалили. Это их единственный шанс залезть на крышу по этой лестнице. Не знаю, что они будут делать, но зомби пытаются всячески смотреть в разные стороны. Пытаются с улицы минусануть зомби, но это у них не выходит. Зомби очень хитер. Итак, забирается справа один. В спину убивает зомби, да? Да, хорош. Таргет убил зомби. С левой стороны тоже выскочил Талиб. Они опять захватывают крышу. И что же будут делать команда Крю? Зачем стрелять по своим? Это же свой. Он дал инфу. И стрельба прекратилась. Итак, стрельба ведется из второго этажа. Открываются двери, закрываются двери. Люди не понимают, что им делать. И команда Патриота и Сова поднимаются наверх. Итак, что же будет делать команда Крю? Потому что их вражеская команда захватила полностью крышу. И по дому уже бродит вражеская команда. Итак, рандом шот. Хочет делать выход. Открывает дверь. Чекает ситуацию. Никого нету. Пытается выйти. И сейчас будет делать минус. Обходит рандом. Пытается сделать минус один. Не попадает. Руки трясутся. Но какой же плохой выстрел. Размансовал, перезарядился. Пытается попасть. Минус один. Не хватает патронов. Какие же они не могут попасть друг в друга. Что за размен? Рандом. Сделал минус один. Лечится. Перезаряжается. Выход в тело. Талиб делает минус в челюсть. Просто беспощадно убивает в челюсть. Рандом шот хорошо воевал на самом деле. Пытался пробить минус двух. Итак, Талиб одевается. Тем временем опять со стены пробрался Аргус. Зачем-то упал. Хотя мог залутать. Упал, и его убивает венгра из команды Крю. Это вообще было сделано очень тупо. На его месте нужно было залутать трупы, одеться, подобрать АК и держать точку верхушки. На самом деле мы будем делать лучшие файты. Мы будем делать следующий раз файты с заданиями, то есть с захватом или защитой, или продержаться сколько-то времени. Сейчас это все находится в бета-тесте. Это моя идея, и я думаю, что я буду ее развивать. Если вам будут нравиться кланвары, то прошу вас, ребята, ставьте жирные большие лайки, и тогда новый раст вы будете смотреть на новом уровне. Поехали. Команда Крю опять пытается залутать свои ящики, но так как я понял, здесь уже ничего не осталось. Зомби открывает дверь. Так, на самом деле вот еще у них делут есть. Далее, смотрим дальше. Перестрелка между патриотом. Патриот сделал минус на рандом шота. И скорее всего сейчас уже будут кончаться патроны. И замес уже становится все более простым. Итак, где-то нашли базуку. Патриот скидывает аптечку. Скинул базуку. Лол, патриот делает минус рандом шоту. И венгра выходит. Как это было? Зачем-то патриот начал скидывать лут. И в спину подходил венгра. И друг друга они почему-то не убивали. Хотя они из вражеских команд. Крю вышел из дома. Поднялся на крышу. И разнес патриота. Что же будет дальше? Итак, Брин. Интересно посмотреть за Брином, что он будет делать. Он, в принципе, голый.
Венгры убивают Винни-Пуха. Хотя Винни-Пух это вообще, по-моему, прибежал левый чувак на ивент. Ну все, спалили Брайана, сейчас будет минус. Сейчас Брайана будут минусовать. Он пытается залезть, но у него ничего не выходит. В это время Брайан заходит и его сразу снизу минусует. С открытой двери. Очень-очень хорошо сделал Магнум. Он просто по слуху услышал, что человек поднимался по лестнице, открыл дверь и сделал минус. Итак, будет ли дубль 2? О-о-о! Амиго пошел с луком. Настолько сурово все, что нету у команды нападающей оружия. И приходится ходить с луком. Сделает ли он минус? Он знает, что дверь может открыться, и его в любой момент убьют. И это делает Магнум. Он услышал, что рядом кто-то пробежал, открыл дверь, чекает ситуацию. Но Амиго уже давным-давно забрался на третий этаж, пытается залутать. Тем временем идет стрельба со стороны. Винни-Пуха выносят. Что будет делать Амиго? Амигу тоже разрывают. Рандом-шот убивает Талиба. И зомби убивает Амиго. Ну все. Я, скорее всего, думаю, что здесь победил клан Крю. Он успешно отстоял защиту своего дома. Давайте посмотрим, что еще может команда предпринять. Итак, нужно собраться ребятам. У ребят нету брони, но у ребят есть калаши и есть еще патроны. Я так и не понял, зачем Амиго брал лук. Честно говоря, я не понял. Ну что, команда Крю в полном сборе, в полной экипировке, ждут людей. На самом деле, мне кажется, такого масштабного плана клан Вара нужно проводить с определенным количеством взрывчатки, с определенным количеством ракет. Где этот был выстрел? Где-то был выстрел. Отлично! От кого это был выстрел? Еще будет выстрел? Итак, Брин очень хорошо работает ракетницей. Был очень хороший выстрел. Еще раз пытаются разбомбить вот эту железную стену, в которой, скорее всего, находится лут. Уже разбомбили дверь. И нашли центровой лут, как я понял. Венгра не может ничего сделать. Пытается залутать. Но я думаю, он получит просто свое по заслугам. Просто хороший выстрел, Брайан. Хороший выстрел. Итак, где с улицы их встречают? Зачем, Брайан, ну что ты делаешь? Ты просто ракету впустую потратил. С улицы встречают людей, открывают дверь, пытаются сделать минус. Рандом шот с Магнумом. Что же будет? Брин берет калаш. Он не может закрыть дверь, но он может залезть по лестнице. Чекает обстановку, пытается пробить левый угол. У него ничего не выходит. И это минус. Это минус. Магнум делает Брину минус в голову причем. Итак, один заходит сбоку тем самым временем. Эх, неудачно, ребят. Я болел за вас. Талиб очень хорошо придумал план. Он забрался по-быстрому по этой лестнице и ждал момента, когда Брин будет с ними перестреливаться. Но Брину всекли в хедшот. И тем самым Талиб не смог убить минус 3. Не смог сделать минус 3. И, в общем-то, тоже откатился. Ракеты тем самым, как я понял, кончились. Итак, Винни-Пух мансует в приседе. Но я так понял, он не с ивента как-то сюда попал. Вот он, Винни-Пух! Так, что у нас? То есть остался? Таргет из клана Soul. Где идет перестрелка? Опять понизу. Опять понизу была перестрелка. И венгры минусанули из команды Крю. Но его сейчас успешно поднимут. Зомби пытается закрыть дверь, но не знает пароль от своего дома. Вот это незадача. Таргет куда-то залипает вниз с калашом. И здесь вот он. Вот он, убийца. Убийца просто. Все, отлетел. Рандом шот тем самым где-то минусанул Амиго, сосал трайфа в руку. Ну что? Здесь уже практически, я так понял, до лута-то вы добрались. Так как я уже больше лута здесь нигде не вижу. Скорее всего, это главный лут. Так, смотрим дальше. Закинули лестницу на скалу. Поднимаются в дом, забираются. Обходят здание. И сейчас будет у нас выход. Нет, выхода не будет.
Выхода не будет. Выход будет с правой стороны на крышу. Пока отвлекает с другого фланга. Налево смотри, чувак. Вот же, делай минус. Хорош. Таргет убивает зомби. Его товарищ пытается забраться. Брин делает минус магнума где-то. Сейчас встретятся опять. Кто кого не настанет. Брайан делает минус в руку. Еще один. Еще один голыш. Что делает Брайан? Итак, зомби поднял АК. Брайан перезаряжается. Выход. Таргет делает минус зомби. Итак, вся команда просто полегла. Что делает Брайан? Он просто выходит, валит всех, поднимает патриота. Патриот встает. И они сейчас будут делать выход по центральному входу, пока крыша занята его союзниками. Итак, таргет пасет вход. Но Брайан заходит через мид с патриотом вместе на пару. Итак, игра 2 в 1. В доме встречает их рандомшот. Рандомшот делает минус патриоту. И рандомшот делает минус талибу. Минус 2 от рандомшота. Хороший выстрел. Поднимается Брайан. Что он будет делать? Давайте последим за ним. Их тащат. Делает минус на рандомшота. Возможно, будет лутать, но нет. Его видят. Венгра пытается залутать АК за дверью. У него это выходит. Будет ли делать минус Брайан? Нет, не успел, не успел. Но было близко. Спрыгивает вниз. И думает, где же подлутать. Возможно, сейчас Брайан пойдет на крышу. Пока есть шанс. Но на крыше пасет их таргет. Скорее всего, он дал инфу, что на крыше чисто. Давай, братишка, заползай. Будем вместе. Итак, Брайан. Брайан пасет верхушку. Тем самым команда Крю забилась в домике. Пытаются найти лут. Так, пошли сишки! Пошли сишки! Пошли сишечки, мать его! А где сишечки-то? Хорошо. Они что, ломают потолок? Отлично! Они сломали потолок, чтобы был еще вход в это здание. Интересно, ребята придумали, да? Итак, они попали... Смотрите, что они сделали! Они своими взрывами попали в лут-зону. Сказали, а что нам париться? Мы сверху можем лутать. Так, тут здесь кто-то пытается открыть дверь. И рандомшот отлетает. Хороший выстрел от таргета. Но в спину заходит Венгра. В спину заходит Венгра. Брайан делает минус. Должен, он поднимает таргета. Таргет встает. Должен сейчас отжираться аптечками, искать калаш. Перезаряжаться. Не может открыть дверь кто-то, что ли, здесь? Нет. Так, еще. Еще сишки куда-то закинули. И базука. Смотрите, что делает Брайан. Он минусует всю эту движуху нахрен. И делает минус толпу. Ох, как жестко поступил Брайан. Они пытаются как чирики забраться, но у них ничего не выходит. Талиб делает минус Крю Венгра. Неужели ребята сделали это? Они просто их держат в своем доме. Интересно, остались ли у них еще оружие? Венгра забрался в свою лут-зону и, возможно... будет лутать какие-то оружие. Я бы ребятам посоветовал бы убивать спальники. Убивать спальники, чтобы люди просто так не резались. Итак, внутри дома стоит таргет. Чекает движуху. Отжирается едой. Так, если он вниз упадет... А, здесь есть лестница. Он может спуститься по лестнице. Где идет война, на улице, что ли? Итак, с улицы пробирается лучник Обама. Какой-то Обама. Не знаю, кто это на самом деле, его не было. Нужно было как-то ограждать территорию, мне кажется. Потому что Обаму я вообще не видел. Он просто какой-то левый чувак. Итак, венгры выходят из дома на первом этаже. Закрывает дверь. И, наверное, он будет забираться наверх. Сзади дома. Давайте посмотрим, сможет ли у него, получится ли у него. И тем временем патриот тоже бегает рядом. И сейчас, возможно, будет замес. Итак, поднимается, поднимается и в спину будет сейчас минусовать. Да, да, Венгра делает минус Брайану. О, они убили большую лошадку на самом деле. А Венгра это темная лошадка. Что будет делать темная лошадка?
будет стараться заходить в дом и минусовать тех людей, которые в доме. Не знаю, что у него из этого получится. Получится ли у него вообще из этого что-то? Так, я забыл убрать худ, блин. Вот это я дал. Ладно, в следующий раз сделаем еще намного лучше. Итак, выстреливают. Выстреливает Брин. Где-то с земли. Пытается сделать минус на крыше, но у него это не выходит. А так я не вижу, кто делает минуса, к сожалению. Поэтому худ очень полезная штука. Итак, Брин убивает Обама Путин водолаз. И в спину заходит Магнум. Убивает Брайана на изи. Интересно, да? Вот практически уже команда взяла дом. Но парни из Крю собрались. Сделали заход в спину и убили. Итак, Патриот с Талибом опять в двуху пойдут вместе. Что у нас попробует сделать? Патриот залез на скалу. И хочет попробовать сделать минус. Талиб залазивает на стену. И идет в центр входа дома. Потому что он, ну, здесь уже очень сильно разграблен. Ребята, ломайте спальники. Почему вы не ломаете спальники? Чтобы люди не резались. Так, таргет лутает себе штаны. Чтобы было чуть побольше брони. Венгра чекает одним патроном калаша. Возможно, сделает минус. Обама Путин, мы вообще не знаем, кто такой. Так, и что будет дальше? О, зомби увидел Венгра, открыли дверь, чуть друг друга не минусанули из одной команды. Но у них это не вышло. Открывают дверь в лут-зону и просто минусуют по крышам. Талиба тоже минусуют. Рандом шот, минус 2, минус Патриот, минус Талиб. Хорошо сделал. Итак, таргет убивает Амига в спину. Таргет убивает второго в спину. Минус 2 от таргета. Таргет патрулирует нижнюю часть дома. Бегает чисто по низу. А ребята пытаются сделать минуса поверху. Но у них это здесь не вышло. Конечно, интересно, что они здесь взорвали. Но я думаю, это и плюс, это и минус. Потому что взорвали именно в том месте, где прямо открывается дверь. И тем самым теперь ребята, такие как Random Shot, могут ныкаться в этих нычках и ждать просто выхода. И делать минус, когда противоположная команда будет забираться по лестнице и получать люлей. Что у нас дальше? Что у нас дальше здесь происходит? Таргет на картах. Вся команда в сборе. Таргет Брайан Патриот. Сейчас будет вылазка. За ВДВ! Говорят команда. И поехали. Вылазка. Один поднялся. Брайан чекает ситуацию. Никого не видит. В нычке есть один. Видно его. Но они не знают, что он там есть. Он дал инфу, что они все по крышам. Итак, таргет пасет вход. Далее. Патриот лутается. Брайан смотрит в жопу. А вот нычку никто не смотрит. И тем самым Random Shot подходит на картах. И делает минус. Минус Брайан. Это была ошибка. Таргет смотрел мид. Другой чувак, Патриот, вообще никуда не смотрел, просто лутал. И это уже вторая ошибка. Random Shot хочет выйти. Но нет, он не выходит. Да, пытается выйти и делает еще один минус. Random Shot. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Хорошая позиция от Random Shot. Просто раздает минус 2 в глаз. Смотрим дальше. Итак. Это вообще кто? Люблов. Здесь какие-то левые чуваки еще приходят на ивент. Но я думаю, ребят, что ивент мы сейчас закончим. Потому что прошло 35 минут. Прошло 35 минут. И никто ничего не сделал. То есть команда из Крю защитила, ну, можно сказать, практически благополучно свой дом. А команда вражеская, которая микс
потому что у них нету названия клана. Здесь Легион бегает, Талиб вообще без клана бегает. То есть просто микс пацанчиков. Неплохо. Вначале особенно Брайан зашатал здесь всех ракетницей. Амиго продолжает воевать. Но здесь уже все. Здесь нету ракет никаких. Даже тут кто-то воюет, что ли. И поэтому я считаю, что дом до конца не был атакован. В принципе, можно потом придумать такую тему, чтобы дом попробовали разнести подчистую. В следующий раз мы предоставим для вас более качественный, интересный ивент под названием Клан Вар. А сейчас я буду, ребят, с вами прощаться. И если вы поддержите меня своими лайками и моей новой рубрикой, то я вам скажу огромное спасибо. А с вами был Лего. Не скучайте. Всем пока.